На третьем, четвертом. Ну, давайте вот на 15-й поедем. Я лично, на самом деле, застревал раза 5. Сказали, больше троим человеком садиться в лифт нельзя. А у меня жена тоже этим. Ну, у меня, наверное, подобная ситуация, но вот это не осенью что-то сделали. Да у нас сейчас хоть люди детей возят, а то же детей не возили. Знаешь, много молодежи ломают. Нет, я позвонил Юре, этому заму. Он говорил, ну, может, у вас такие, я говорю, слушай, тут офицеры, отставники, все культурные, СБУшники. Это не у вас чистый. Да, тут, говорю, нормально, только 3 года живут, тут нет таких молодежи, знаешь, дикая. Люди даже не разрисовывают у нас, не палят. Мы не разрешаем вешать рекламу в лифте. У нас вахтер сидит, например, спрашивает. Линолеум мы меняем сами. Звонит, можно? Да, возле вахтера оставляем коляску.